Матерь Божья помогает нам не погибнуть в житейских обстоятельствах и особенно в духовных затруднениях. Эти слова владыка Сергий, глава Воронежской митрополии, сказал в день престольного праздника храма, посвященного иконе Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». А по завершении проповеди митрополит Сергий направился в новопостроенный при храме «Дом для мамы» – социальный приют в честь святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Воронежская церковь «Взыскание погибших» – это своего рода памятник всем воронежцам, умершим на полях сражений и при исполнении воинского долга в мирное время в 20 веке. Сначала это была часовня Пантеон, но после освятили престол, посвященный святому образу Царицы Небесной. Мы с вами должны благодарить промысел Божий и явление Богоматери в ее образе за то, что Он как раз предваряет наше вступление в дни Спасительной Четыридесятницы. 4 года назад при храме начали строить приют для матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это кризисный центр для беременных женщин, оставшихся без средств к существованию, но решивших отказаться от аборта во имя жизни своего будущего младенца. Здесь также могут найти приют и мамы с малышами. Дела милосердия, которые осуществляет приход, становятся особенно важны в период нашей подготовки к Великому посту, времени духовного преобразования человека. Я желаю вам всем помощи Божией, счастья в жизни, и чтобы этот праздничный день был бы началом нашего исправления.